Подмосковье готовит к открытию бегового сезона. Уже в этом месяце в 5 городах стартует серия забегов «Живу спортом». Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Тюрешков. Профессионалы и любители всех возрастов попробуют свои силы на дистанциях в 5, 10, 20 километров. Принять участие приглашают и химчан. Городской округ Химки – это одна из спортивных территорий у нас. Да, и находится и развивается большое количество видов спорта на территории городского округа. Конечно, беговые события у вас также будут проходить. Одно из таких событий – экологический забег. Его организует Мособлес совместно с бизнесменом и путешественником Александром Капером. Сегодня он один из тех, кто продвигает активный образ жизни. Забег призван привлечь внимание к проблеме сохранения деревьев. Проведут его уже в начале лета, а маршрут пройдет через все города Подмосковья. Химки не исключение. Мы решили разработать маршрут на лето. Мы составили список деревьев, экологических памятников Московской области, в том числе деревья, памятники живой природы, экологические объекты. То есть у меня прям есть этот список, который мы будем 15 числа обсуждать, через который будем прокладывать регион, маршрут. Уже 21 апреля в Звездном городке стартует юбилейный 50-й гагаринский забег. Принять участие в нем может любой житель Подмосковья. Регистрация на сайте живуспортом.рф. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.